И вот она, последняя акционная фотосессия. Всем передаем привет, группе Витязева в отдельности. Спасибо вам за розыгрыш. Это была маленькая акционная фотосессия. Сделаем побольше фотографий в подарок, так как сегодня съемок поменьше. Некоторые люди побоялись выходить в такую погоду. Но они не побоялись параллельно, шли пешком, по дороге даже не по пляжу. И, в общем, заработали побольше красивых фотографий. Сегодня у нас на море шторм, сегодня у нас 18 число. Купаться я как бы никому не советовал, потому что очень сильный боковой ветер и волны просто сносят. Но вот есть товарищи, которые как бы спокойненько продолжают купаться. Водичка, кстати, теплая. Если бы я был без фотоаппарата, я бы, наверное, сам занырнул. Что, новая байка? Надоели все. В общем, радуемся. Я просто большой любитель волн. Мне очень-очень они все нравятся. Кстати, акция проходила в группе Витязева уже довольно давно, еще в прошлом месяце. Но люди приезжали вот только сейчас, и поэтому больше не какие-то волны. Вообще, какая красотища, да? Хотелось туда взять, занырнуть. Чуть микрофон, может, ветра будет поменьше. Я просто, наверное, тащусь. А сегодня ночью у нас, кстати, прошел такой, как бы, дождик. Он был, то был, то не был, то был, то не был. Помыл мне чуть машину. Сразу после шторма собирать перерывчик. Но с утра вот мне нравится песочек. Погода довольно-таки приятная. Вот смотрите, как красиво смотрится песочек. Такая панорамочка. Ё, мой любимый, смотрите, сидел. Сейчас подкрадемся к ним. Джан-джан-джан-джан-джан. И взлетаем, взлетаем. Так, низенько. Ну, в общем, настроение просто супер. Наконец-то приходит хоть какой-то отдых. Хотя, зачем нам этот отдых? Работаем, надо работать побольше. О, все. Рыбка была вынесена, тут же ее сожрала. 2 секунды деловывается. Поохотились. Такие волны очень много. Всякого интересного, рапанов. Кто сейчас отдыхает, могу посоветовать. Вчера был сильный ветер, вот вдоль Бакала пройтись. Там очень много всего интересного металла. Я сегодня шел вдоль вот прохода, 6 монеток нашел, которые просто лежали. Ну, я и не интересуюсь там рублями. Бывает просто находки интересные, какие-то старые непонятные монеты. Тоже классно. Можно пойти пособирать и соль. В общем, ладно, что-то все надолго. Всем пока-пока. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассниках. Пишите, задавайте свои вопросы, подкидывайте идеи для видео. Всем хорошего настроения, отличного дня. Пока-пока.